Для того, чтобы запустить проигрывание рекламной кампании, выберите нужный шаблон. Нажмите «Свойства», затем «Использовать». После выполнения этих действий рекламная кампания будет создана автоматически. Задайте имя рекламной кампании. Создайте плейлист. Добавьте в плейлист контент, который будет участвовать в рекламной кампании. Аналогично создайте второй плейлист, добавив в него требуемый контент. Назначьте зоны проигрывания рекламных кампаний. Для этого перетащите плейлисты на панель справа. Вы можете добавить текст, который хотите видеть в вашей рекламной кампании. Выберите устройство, которое будет участвовать в проигрывании. Вам остается только сохранить примененные настройки, и трансляция запустится автоматически.